coming out of the sky. Won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I wanna move, playing in a traveling band. Yeah, while I'm flying across the land, trying to get a hand, playing in a traveling band. Take me to the motel, baggage going, oh well, come on, won't you get me to my room? I wanna move, playing in a traveling band. Yeah, while I'm flying across the land, trying to get a hand, playing in a traveling band. Listen to the radio, talking about the last show, someone got excited, had to call a state militia. I wanna move, playing in a traveling band. Again on a Saturday night, with your fussing and your fighting, won't you get me to the right? I wanna move, playing in a traveling band. Yeah, while I'm flying across the land, trying to get a hand, playing in a traveling band. I said I'm playing in a traveling band. I'm playing in a traveling band. Ooh, trying to get a hand. I'm playing in a traveling band. While I'm flying across the land, trying to get a hand. Дорогие друзья, фэн-клуб Элвис Пресли начинает свои музыкальные программы о рок-н-ролле, музыке, которая родилась в Соединенных Штатах Америки в начале 50-х годов и за короткое время покорившая весь мир. «Рок круглые сутки» — так назывался первый хит Белла Хэлли, записанный 12 апреля 1954 года. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, a rock, we're gonna rock around the clock tonight. Break the glad rags on, join me, hon, we'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, the band goes down, moves yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Исполнителях мы поговорим с вами в следующей передаче. А сегодня, ровно 15 лет назад, 16 августа 1977 года, в своем поместье Грейсленд, Мемфисе, штат Теннесси, скончался Элвис Арон Пресли, король рок-н-ролла на все времена, ставший при жизни идолом и кумиром миллионов. Писатель,
Джерри Хопкинс говорил, что Америка дала миру баскетбол, Микки Мауса, Кока-Колу и Элвиса Пресли. Элвис Пресли родился 8 января 1935 года в городе Тюпело, штат Миссисипи, в небольшой рабочей семье. В 1948 году Пресли, окончательно разорившись, в надежде заработать, переезжает в город Мемфис, не ведая, что через несколько лет они станут обеспеченными людьми, а Элвис – самым известным человеком в Америке. Но все это в будущем. А пока Элвис как может помогает родителям. Подрабатывает билетером в кинотеатре, работает на заводе металлических изделий, на фабрике, в электрокомпании. В июне 1953 года Элвис заканчивает среднюю школу и поступает работать водителем грузовика. Как знать, может быть, и сегодня Элвис гонял большегрузные автопоезда на Аляску. И если бы не его подарок любимой маме, для которой в местной студии Sun Records он записал песню за $4, которая так понравилась владельцу фирмы Сэму Филлипсу, сумевшему разглядеть в простом рабочем парне будущую звезду. Вещь Артура Крудопа «Все в порядке, мама», записанная Элвисом 19 июня 1954 года, сделала его знаменитым на всю Америку. 1973. His power and success seem unlimited. A billion and a half people tuned in worldwide and witnessed his crowning moment. The largest television audience in history. So hush, little baby, don't you cry. You know your daddy bound to die. Elvis 1968. After 10 years of Hollywood movies, Elvis came back to prove that he could still rock the house. В 1956 год становится для Элвиса поворотным. Он подписывает контракт с фирмой RCA, его диски выходят в США на первое место популярности, Элвис зарабатывает свой первый миллион. В этом же году состоялся его прорыв на национальное телевидение. Известный радиодиджей Билл Рэндон предсказывает, что дебют Элвиса войдет в историю американского телевидения. Мы имеем возможность увидеть эти уникальные кадры. Potential for the widest possible exposure seems like the answer. The Connell books Elvis for 6 appearances on the Dorsey Brothers stage show. On January 28th, Elvis appears on television for the very first time. It's his first trip to New York, the big city, the world of show business. Elvis Presley. Well, get out of that kitchen and rattle those pots and pans. Get out of that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll my breakfast cause I'm a hungry man. I believe you're doing me wrong and now I know. I believe you're doing me wrong and now I know. Cause the heart I wept the faster my money goes. Well, I said shake, rattle and roll. 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 Boy, well, you won't do the right to save but your doggone soul. I'm like a Mississippi bullfrog sitting on a hollow stump. I got so many women, I don't know which way to jump. Well, I said flip, flop, and fly. I don't care if I die. I said
that flip, pull up and fly. Don't care if I die. Don't ever leave me. Don't ever say goodbye. An amazing thing that happens in the very moment people lay eyes on. And it isn't just the music. It's the clothes, the sideburns and duct tape. And he doesn't just look different. He looks dangerous. Ready, set. Shoes and come on back to that one year when a 21-year-old kid from Mississippi exploded across America and changed the face of popular music forever. That year was 1956. Hillbilly Cat. He's a 20-year-old Memphis truck driver who loves to sing rhythm and blues. But before 1956, Elvis and his band are unknown outside the South. Already cut 5 records for Sun, the small Memphis label owned by Sam Phillips. Well, we're going to rock. We're going to rock. Let's rock. Come on and rock. We're going to rock. All our blues away. Новая, захватывающая музыка рок-н-ролл оказалась не той музыкой, которая взволновала всю молодежь. И Элвис покорил мир пением своих песен. Но эта музыка нравилась далеко не всем. В Америке организовывались комитеты по уничтожению его дисков. Элвиса очень часто показывали по телевидению, но зачастую только по пояс. Его называли мерой морального падения американского вкуса, эпилептиком, расследным типом. Но и это не было мнением всех американцев. Элвис получает награду человека, который подает наилучший пример американской молодежи. Nobody knew what to make of him at first.
His singing style had nothing in common with Que Sera Sera or other white bread tunes from the hit parade of 1956. Hot diggity dog, diggity boom, what you doing to me? It's a noon to me, what you doing to me? Hot diggity dog, diggity boom, what you doing to me? When you're holding me tight. While Perry Como on NBC sings his current hit, Hot Diggity Dog Diggity, Elvis, opposite on CBS, rips into Baby Let's Play House. Baby, 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 come back, baby, I want to play house with you. Well, you may go to college, you may go to school, you may have a pink Cadillac, but don't you be nobody's fool. Now, baby, come back, baby, come, come back, baby, come, come back, baby, I want to play house with you. Well, listen, let me tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to meet the little girl so we can play some house. Now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I want to play house with you. Hit it! Right o'clock, let's go! This is one thing, baby, I don't want you to know. Come on back and let's play a little house so we can act like we did before. Now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I want to play house. Go on! Understand. I'd rather see you dead, little girl, than to wed another man. Oh, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I want to play house with you. Oh, baby, 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 come back, baby, I want to play house with you. Yeah, come on. What makes Elvis so threatening? Fight. La baba luma bla bam boom tooty fruity. Oh Rudy. 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 La baba luma bla bam boom. I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She knows how to love me. Yes indeed. A boy you don't know what she do to me. Tooty fruity. Oh Rudy, tooty fruity, oh Rudy, tooty fruity, oh Rudy, tooty fruity, oh Rudy, tooty fruity, oh Rudy. Wop bop a loom wop blop bam boom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Oh, boy, you don't know what you do to me. Tooty fruity, oh Rudy, tooty fruity, oh Rudy. Bamboo, got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Knows that I love me, yes indeed. Boy, I don't know what you do to me. Tootie fruity, oh Rudy. 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 Wop, bop, a loo, wop, bop, bamboo. It's impossible tell the sun to leave the sky. It's just impossible.
impossible to ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you go through me? But the second that I never think of you, oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I could. I would sell my very soul and not make millions. For to live without your love is just impossible. To the shore, it's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul. For a little without your love, just impossible, oh, impossible, impossible. Самым первым золотым синглом, выпущенным RCA Records, стала вещь «Отель, где разбиваются сердца», написанная Акстоном и Пресли. Впервые эта вещь была записана на студии в Нэшвилле 10 февраля 1956 года. В этом же году эта песня возглавила хит-парады в 14 странах мира. And it's just the ducktail tip of the iceberg. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel. I'll make you so lonely, baby. I'm so lonely, I'll be so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some for broken-hearted lovers to cry there in the gloom and be so lonely. I'll be so lonely, I'll be so lonely, they'll be so lonely, they could die. Now the bellhops just keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on Lonely Street, they'll never look back. And they're so lonely, baby. Well, they're so lonely. They're so lonely, and they pray to die. Take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel. You'll be so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Июля 1956 года в студии RCA Records Элвис пришел, чтобы записать песню «Гончая», которая ему не очень нравилась как материал для записи, но музыкальный продюсер Шоулс настоял на записи этой песни, так как она пользовалась популярностью у молодежи. После нескольких пробных дублей песня была записана, музыканты пошли пить кофе. Пока пили кофе, Шоулс дал Элвису послушать «Не будь жестокой». Это была новая песня Отиса Блэквелла в стиле ритм-блюз, который Пресли
восхищался. Элвиса не пришлось долго уговаривать. Песня была написана как для него. За несколько минут он ее выучил, и она тут же была записана. Впоследствии «Гончая» и «Не будь жестокой» вошли в золотой диск Элвиса Пресли 1958 года. On June 5th, Elvis returns to Los Angeles and appears on the Milton Berle Show. I want to tell you something. Incidentally, ladies and gentlemen, I don't think that I'm revealing any secrets when I say that Elvis Presley is the fastest rising young singer in the entertainment industry today. He might have been a fizz in Vegas, I would like to, but he now receives his second gold record for I Want You, I Need You, I Love You. Elvis Presley, Elvis chooses the number originally recorded by Big Mama Thornton called Hound Dog. Low down, bluesy, hot and raw. Well, they said you were high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you were high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't nothing for the river, and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog. You ain't nothing but a hound dog. You ain't nothing but a hound dog. By now, his hair is dyed jet black like because he believes it'll photograph better for the movies. And he thinks it makes him look a little like Tony Curtis. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Sullivan makes one last desperate attempt to censor Elvis by photographing him only from the waist up. You know you have me, and I know I'll have you too. I don't want no other love, baby, it's such a do I. Don't be cruel, Элвис Пресли являлся уникальной личностью, которая сделал самую большую карьеру в истории шоу-бизнеса. Его концерт в январе 1973 года «Алоха» с Гавайских островов одновременно смогли посмотреть около 1,5 миллиона человек. Его годовой доход в 1977 году составил 40 миллионов долларов. Количество проданных дисков к 1973 году превысило 260 миллионов.
65 дисков и 66 песен стали золотыми. Ему также удалось завоевать и те области индустрии развлечения, которым другие исполнители только стремились, так и не достигнув. Он оставил после себя 31 художественный фильм и 2 документальных. Фильмы его с участием пользовались большой популярностью. Элвис ежегодно входил в десятку самых кассовых актеров Америки и был самым высокооплачиваемым актером в Лас-Вегасе. И хотя его фильмы не получали Оскара, тем не менее они и сейчас представляют ценность в области развлечения. Фильмы с участием Элвиса смотрят дети и взрослые. Самым первым фильмом, в котором снялся Элвис, назывался «Люби меня нежно». Совместно с Верой Мэтсон Элвис написал музыкальное сопровождение к фильму «Братья Рено». Но песня «Люби меня нежно» так понравилась продюсерам, что они решили изменить название песни на название фильма. «Love Me Tender» is released on November 16th, premiering in New York City. 3,000 teenagers scream as a 40-foot-high statue of Elvis is unveiled. Elvis's transformation into a movie star is complete, even if some fans are disappointed that the film contains no rock and roll music. Love me tender, love critics me pan long. The film, but it makes back its $1 million production cost within days. At the end of 1956, the two top-grossing films in the nation are Giant, starring James Dean, and Love Me Tender, starring Elvis Presley. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong and will never part. За всю свою непродолжительную жизнь, а Элвис умер, когда ему было 42, он стал тем, кем он стал. При жизни его называли воплощением американской мечты, рок-легенды и суперзвездой. Спустя 36 лет очарование его песен сохранилось. Всего он записал 672 песни. Но и после его смерти время от времени появляются новые неизвестные песни. Его фанаты являются самыми преданными фанатами в мире, несмотря на то, что его нет с нами уже 15 лет. Его популярность в Америке огромна. Его дом Грейсленд в Мемфисе ежегодно посещает тысячи людей. Его пластинки продолжают выходить миллионными тиражами, а его жизни написано более 200 книг, и число их ежегодно растет. В разных странах выходят журналы об Элвисе, его жизни и творчестве. В Мемфисе и Токио Элвису поставлены памятники. Паломники в Грейсленде ежегодно совершают сотни тысяч людей. Каждый день они зажигают свечи от вечного огня на его могиле и слушают его голос. All right.
machine. Oh, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be the same? The sea, darling, so it goes. Some things, you know, are meant to be.